Потому что я дорогой. Он дрочил 20 раз в день. Бля, ты единственный, кто ответил. Кто будет курить? Я был холостой, молодой. Ну и всем в целом хорошо. На гид-курсе продали. 12 миллионов, наверное. И в чем секрет, чтобы залетел Reels? И строить команды не люблю. Тебе сколько? Ну хоть тебе вообще это в жизни. А скажи, пожалуйста, вот это вот помещение, все вот здесь, это же мега такое блатное местечко, да? Мы сюда заходили прям на котловань, тут не было ничего, тут ездили трактора, вот это все было убито в хлам, и было непонятно, будет тут хорошо или не будет. Страшно было? Да и страшно на самом деле, и у них тут такие драконовские договора, ты должен вообще все им, а они тебе вообще ничего. В договоре пункт, если мы съезжаем до окончания договора, то мы должны заплатить 7 миллионов рублей. Если они нас выгоняют, они ничего никому не должны. А вот так? И мы должны подписать по-любому? Да. Ну вот хочешь — подписывай, хочешь — не подписывай. Огромное количество людей выгорело, перестали делать контент. Что тебя вот мотивирует? Я очень четко слежу за своим состоянием. Если мне что-то не нравится, я ни секунды своей жизни не делал то, что мне не нравится. Если мне что-то не нравится, я прям, ну, встаю, ухожу, передаю кому-то другому, отключаюсь. Я не хочу быть и делать то, что мне не нравится. И как только я перегораю, я же это тоже чувствую. Я чувствую, что мне... Как перегораю? Если ты делаешь что-то охуенно классное, ты не перегораешь. Ты перегораешь от рутины, от чего-то вот, ну, от того, что тебе не нравится. Ну да. У меня 4 бизнеса, я могу легко между ними переключаться. Один день один бизнес, один день другой. Могу месяц не делать ничего, например, могу не снимать месяц контент. Он же там пилится, ребята пилят. Что сейчас, вот, Михаил Шапошников, Бокарум и прочее? Чуть-чуть фактуру, чтобы понимали люди. У меня 4 компании. Это Hot Wheels, дизайн интерьеров. Да. Мы делаем самые дорогие интерьеры с самым дорогим чеком. Мы, наверное, самая дорогая дизайн-студия в России. Второй бизнес — это Bokarum. Это мое детище такое, мой бренд мебели, которым я сейчас плотнее всего занимаюсь. Третья компания — это обучение. Мы обучаем дизайнеров, визуализаторов. Можем чуть позже поговорить по этой штуке. Я очень хочу про это поговорить, у меня есть вопрос. Плюс рекламные, мои медиа, все мое медиа. Это Bokarum. Мы сейчас идем в главную зону. Это наш флагманский диван Boca Tommy. Под него вы мыдели 130 квадратных метров площади со вторым светом. То есть это очень дорогая площадь под один диван. Там кухня, да. Эта кухня тоже по нашему проекту спроектирована. Ну, то есть я не понимаю, как можно показывать диван без кухни. Диван должен быть рядом с островом всегда. Поэтому у этого дивана большого есть большой, огромный остров. Все, что мы увидим, спроектировано здесь же? Да. Вся мебель, да, спроектирована здесь. И вся мягкая мебель, она спроектирована практически вся мной. А где ты вдохновляешься? Pinterest, там что-нибудь такое или как? Слушай, да, ну вот этот диван же, я его вынашивал много лет. Мне не нравилось там то, сё у диванов, хотел вот это, типа. Это не то, чтобы я такой сел, ну сейчас я генерить идеи буду. Это я там много лет вынашивал. А вдохновляться Pinterest'ом нельзя в диванах, потому что сделаешь такой же диван, как у других. Ну этот диван, ты не знаю, ты видел, не видел? Давай немножко расскажем. У него модульная спинка. Да, можно передвигать. Она двигается. Ну и сам прикол, никуда не уедет. Вот, скорее диван поедет, чем эта спинка. А это какой-то секрет или что? Она тяжелая супер, да, там или как? Там же нет магнитов, там просто она вот тяжелая, да? Секрет такой, да. Секрет? Секрет. Сколько времени ты уделяешь контенту, сколько времени ты уделяешь, там, не знаю, компаниям, и вот лично, есть у тебя вообще такое или нет? Не, ну я тайм-менеджментом не страдаю, я вообще самый не тайм-менеджментенный человек. Меня вообще бесит, когда у меня забит календарь. Я не могу, я себя не свободным чувствую, если у меня, вот, например, неделя забита с встречами. Вот у меня партнер, например, он любит, когда у него забито все вот так прям вот забил вообще, каждый часик себе. Я себя не счастливым человеком чувствую. Но у меня разделено само время. Утром мое, я очень медленно просыпаюсь.
И мне нравится медленно просыпаться. Я могу там часик-два полежать вообще в кровати и что-то посмотреть там и так далее. Иду на тренировку в 10 часов. После тренировки где-то часов в 12 кушаю. Первый мой прием пищи. И только потом, где-то после часа, я в рабочей форме. То есть до часа это у меня там или тренировка, или там я что-то делаю такое, это мое. В час, с часу до 7 я на работе. Это рабочее время, я в это время работаю. В любой момент меня спроси, когда встречу сделаем, я скажу, почти в любой день после 3. Почти в любой день после 3 приходите, я где-то тут. И после 7 я, у меня есть дочь, жена, и я семье время уделяю после 7. То есть у меня такие на 3 большие блока разделено. Это есть на самом деле, как вот говорят, да, там 3 основные штуки есть. Работа, личные хобби, движуха, что-то такое, и семья. Как ты находишь время на все? Вот я разделил день на 3 части. И все просто очень. Знаменитое место, я бы так сказал. Это кровать Airblade. Буквально недавно мы ее презентовали, мы ее долго держали, потому что она участвовала в конкурсе Red Dot. Она взяла Red Dot, сейчас будет вот в Сингапуре вручение, будет в октябре. Летающих кроватей довольно много. Это ничего такого сложного нет. Они были до этого, но они были, во-первых, страшные. Во-вторых, конструктив был там массивный каркас металлический, сваренный. Это невозможно в обычную квартиру поставить там, или это невозможно просто серийно продавать, так это хрень. Мы сделали кровать летающую, не видно никаких ножек, ничего нету. Она стоит на... Можно, да? Мы не рассказываем, все должны... Вы не рассказываете? Не-не-не, мы не рассказываем, мы не показываем. Все должны прийти в шоурум, посмотреть, на чем она стоит. Приходите, мы это вот так и оставим. А для тех, кто еще ни разу не был на главном событии года для строителей, строителей будущего, который проходит в День строителя, уже в это воскресенье, 11 августа, вас ждет 2500 человек, 10 локаций, более 15 спикеров в 2 залах. Отдельно зал, который посвящен только знакомствам. У нас есть отдельная детская зона, фудкорт, развлекательная программа. Ну и естественно, вечером 3 сумасшедшие вечеринки на любой вкус. У вас есть уникальная возможность залететь в последний вагон, осталось всего 100 билетов. Михаил тоже будет, как и еще более 100 лидеров мнений в нашей отрасли. Не пропусти главное мероприятие года. Многие люди переезжают с Новосибирска и Владивостока. Так что уж, если ты в Москве, ходи, регистрируйся, скидка по промокоду РУВИМ 2000 рублей. Еще прикол в чем? Из-за того, что у этой кровати 70% дизайна занимает матрас, мы переработали матрас. То есть я его переделал матрас. Матрасы обычно квадратные, с кантиком таким. Если бы здесь вот был просто вот этот матрас с кантиком квадратный, вид был бы вообще абсолютно другой. Поэтому мы сделали матрас, у которого форма повторяет вот эту вот выпуклую форму. Нет ни одного в мире матраса, у которого была бы вот эта вот форма. Вообще я не понимаю, почему, блядь, таких матрасов нет. Ну да, они все такие. Все какие-то квадратные, с кантиками, еще многоцветные, с вот узорчиками. Блядь, зачем вы это делаете вообще? Скажи, вот если я сюда пришел, и мне, да, мне так же проводят, да, искусство? Ну да, вот как я тебе рассказывал. Прикольно. Ну просто очень часто менеджеры настолько супер сливают лидов. Те, кто сливают лидов, они же не продают, и они в целом не остаются у нас. И поэтому, да. Все. Наша гардеробная система, я ее еще пилю, допиливаю. Здесь вот эти перегородки ездят по пипочкам вот таким вот. Она приезжает ровно до конца, она, у нее есть доводчик, она встает в ровно нужном месте, не отбивает стену. И всегда попадает по этим пипкам. Никогда не вываливается, не съезжает с них ничего. Ты пробуешь форматы, и у тебя что-то начинает залетать. У тебя появились девчонки в видосах. Вообще отдельный респект. Слушай, там было... Это на самом деле... Многие думают, что я такой специально что-то делаю. Там, ну, типа это же модель или кто это? Я ничего специально не делаю. Смотри. Я снял первый обзор на канале у себя. Там был я один. Я стоял за камерой и рассказывал что-то там. Вообще это невероятно сложно общаться с черной коробочкой, вот этой камерой.
ты один, вот у тебя квартира, и ты должен такой эмоционально рассказывать, какой здесь красивый шпон, вообще невероятный, какой-то сраной коробочки, особенно мне на начальном этапе, и когда не было понятно вообще, зачем я это делаю. Никаких блогеров-миллионников не было, никто не зарабатывал на этом деньги. Когда люди говорили, что ты с этой камеры ходишь, как дебил, да, то есть мне надо было как... Короче говоря, другое время было совсем. И мне, я снял обзор. Я походил по этой квартире, я чувствую, мне там, ну, как бы, не прикольно. Я говорю, а там рядом клиент сидел, я говорю, давай ты в кадр. Он говорит, не-не-не, я в кадр не пойду. Я понял, что клиенты не пойдут в кадр, а с кем я буду общаться? Да, мне надо с кем-то общаться. Я думаю, ну, я был холостой, молодой, и я просто, ну, девчонок, с кем общался, тащил в кадр. Это офигительно. Просто зашло. Притащил и, ну, пообщался, показал ей квартиру, это было мне комфортно, потому что я ей показываю, человеку живому. Людям классно, они на прикольную девчонку посмотрели. Даже те, кому не интересно интерьер, они посмотрели на девчонку. Так и было. Да. Ну, всем в целом хорошо. Никому плохо не стало, да, там. И я это видео выложил, и оно набрало. Оно самое популярное видео на канале у меня, 8 миллионов просмотров. Вот вообще, если посмотришь по всему шоуруму, у нас стоят вот эти вот перегородки, и они вместо штор. Мне очень не нравится стык стены и окна вот этого откоса. Этот угол мне не нравится, я не люблю, когда он голый. Его обычно мы закрываем либо шторой, либо этой перегородкой. Он как бы получается такой размазанный по градиенту. Ну и плюс свет попадает, если он сильно яркий, он не весь попадает. Идеальная штука вместо штор. Вот. Это является шоурумом еще и для компании, которая реализовывает и проектирует это все. Ну, я бы не сказал, потому что это не шоурум Hot Wheels точно. Потому что здесь качество не на уровне Hot Wheels. 100%. Если бы мы хотели качество на уровне Hot Wheels, мы бы потратили в два раза больше, как минимум. И еще и в два раза больше по времени. А нам нельзя было это делать. У любого проекта есть своя задача. У коммерческого объекта надо быстрее сдать и быстрее начать получать деньги. Это обязательно. Не так важно качество, не так важно вывести каждый уголочек там или стык в стык закатать. Важно получать деньги. У частных интерьеров задача совсем другая. Когда у нас заказывает человек интерьер, он хочет мечту. Понимаешь, он всю жизнь мечтал жить в чем-то очень крутом. Вот он заработал, бабки есть, хату купил и хочет вот круто, чтобы было. Понятно, что там не жалко ни денег, ничего, и ты там не деньги зарабатывать собираешься. Она тебе никогда не принесет деньги напрямую, она тебе принесет счастье, умиротворение и так далее, что ты там будешь кайфовать. Первый вопрос. Федор Кирсанчук. Будет ли Михаил выступать на ДС? При прошлой встрече говорил, что его никуда не зовут. Потому что я дорогой, поэтому и не зовут. Ну, зовут, но им дорого. Я так отгородился в целом от выступлений, потому что довольно много куда зовут. Я просто не могу этим заниматься ежедневно. Поэтому я сделал там довольно большой чек. 500 тысяч рублей, по-моему, стоит мое выступление. Очень много кого это останавливает. И у меня там всего, может быть, там реальных там выступлений одно в год, и мне это вообще устраивает. А на твою штуку, да, пока не с чем идти, чтобы это было интересно. Но у меня все, блядь, обучалки длинные, ну, типа там минимум час это будет, я не знаю. Я уверен, что если мы договоримся о выступлении, минимум час тебя будут слушать. Вот я сейчас выступаю, стараюсь просто на вопрос-ответ выступать. Как типа вариант, кстати. Как формат подкаста, да? Как в вариант. Целом это же людям было бы интересно смотреть, да? Думаю, там, да. То же самое. Можно в формате вопрос-ответ легко. Да, вопрос-ответ идеальный формат. Давай замутим. Хорошо, без проблем. Вопрос-ответ легко. Ну, сколько стоит привлечение лида, я так понимаю, бессмысленно это считать. Ну, в боке мы считаем, да, потому что нам в боке мы, да, это важно. Потому что, ну, все думают, что, ой, блядь, да у них тут за бренд переплата и так далее. У нас, кстати, ну,
Да, мы делаем дорогой продукт, это не дешевые диваны, но у нас рентабельность 20%. Это не какие-то огромные наценки на диваны, 20% рентабельности. И нам обязательно надо считать. Если мы будем не считать, мы будем убыточной компанией. Потому что диван реально сделан из самого топового, что можно сейчас на рынке топового найти. Топовая ткань, вот ты сейчас сидишь на ткани из Испании. Кто в России делает на ткани из Испании? Никто. Все хотят подешевле ткань поставить. Это там ткань дорогущая, пиздец. Все самое дорогое, что можно было туда положить, все лучшие технологии, которые можно было положить, мы туда положили. И это все очень дорогое, поэтому рентабельность 20% всего. Вот этот вот диван, к нам люди приходили зимой в куртках вот этих мощных, скидывают вот так вот на диван. Я смотрю, стеганая куртка на диване смотрится охрененно. И я решил, что надо сделать диван в виде стеганой куртки. Он называется Foo Five. Для англичан непонятно, для русских в целом понятно, откуда это производное. Four Five? Foo Five? Ты не понял, да? А, фуфайка. Да. Я понял, все, да. Слушай, ну это стильно, действительно. Вот это стильно, это даже стильнее, чем вон те прямые диваны. Что, очень сильно нравится этот диван, он у меня стоит на даче. Я жену наконец-то домой его уговорил поставить. Она сначала его не принимала. Он же новый в целом для мира, и он такой, типа, сначала ты проходишь отрицание, принятие, ну и так далее. Ну ты сам пользуешься своими продуктами. Конечно. У меня самая большая тестировочная база. То есть я дома и на даче. У меня даже директор по производству удивляется, блядь, куда мы все это тебе отгружаем? Типа, у тебя что там, миллион дач или что? Как ты это, блядь? То есть я каждый продукт на себе тестирую. Вот кровать эту Airblade мы сделали. Мало того, что мы просто на ней прыгали, там на ней можно вдвоем прыгать, она все нормально, ничего не будет ей. Я ее поставил к себе на дачу. Мы долго на ней как бы спали, смотрели, чтобы ничего никуда не уходило, не съезжало. Какие-то моменты поправляли. И только потом в серию она пошла. А колонна это почему здесь такая? Вот все такое ровное, прямое, темное. Тут вдруг классическая такая колонна. Как будто прикольно она так стоит. А здесь вообще колонна была, мы ее так зашили в гипсовую колонну. Но она вот даже немножко побитая. Вот видишь, я ее специально побил. Вон она, видишь? Угу. А вот это? Что? Пуфик. Пуфик? Мне нужен был пуфик, я сделал. Я его сделал, да. Мне нужен был пуфик, я его сделал. Да. Наверняка несколько инвесторов есть. Не, никаких инвесторов нет. Мы все на свои деньги делаем. Вы все сами сделали? Да. Никогда не беру деньги внешних инвесторов. Мне не нравится. А почему? Нравится. Наверняка тебе предлагали с такой медийкой. Предлагали, я не понимаю, зачем они мне нужны. Чтобы увеличить, скажем так. У самого есть деньги. Ну да, наверное, я могу. Да. Ну, знаешь, есть такое мнение, что бизнес лучше делать на чужие деньги. Ну, если у тебя, ну, ты не хочешь ответственность нести за этот бизнес, конечно, делай на чужие деньги. Это девчонки так рассуждают, и им так просто. Они там взяли деньги, сделали какой-нибудь, не знаю, реснички на деньги мужика. И пошло, не пошло. Пошло, заебись. Ну, я так не делал. У меня немножко другая история. Я стартапер. Я очень люблю начинать бизнесы. И делаю это всегда вот один. Я просто закрылся, мне никто не нужен. Я делаю, собрал модель, которая работает. Как-то ее запустил, она начинает работать. Какие-то продажи идут, что-то делается. Типа я так упаковал в штуку, которая вроде работает. Такая, знаешь, колесница, которая вроде с горки едет, так подпинываешь, она едет. И я эту колесницу уже дальше передаю людям, которые умеют управлять, потому что я управлять не умею, и строить команды не люблю. Я одиночка такой, волк-одиночка, я один сижу, и мне никто не нужен. Ну, при этом тебе же должен быть твердый партнер какой-то, да? Да, у меня есть партнер, который... Вот именно партнер, то есть не нанятый какой-то SEO, там просто партнер. Да, партнер. 50 на 50 или как? Ну, типа да. Типа того, да? Да. И он как раз таки системный, все считает, циферки и так далее. Ну, не то чтобы системный прям сильно, но он очень хорошо выстраивает команды. Ему нравится с людьми общаться. Мне не очень нравится. Да. Как многие думают, что я пиздец тут этот нетворкер. Я вообще ненавижу нетворкинг, мне это не нравится. А ему нравится. Ему нравится команды выстраивать, ему нравится там с ними коммуникации, взаимодействие и так далее. Это такой пример кухни, как должна выглядеть
ну, хорошая кухня. Это, наверное, даже уже какой-то стандарт в проектировании кухни. То есть у нас есть остров, да, у острова нет никакой вытяжки сверху, у острова есть вот эта вытяжка. Да. Да? Ты видел, как работает эта вытяжка? Да, да, конечно. А, давай покажем, может. Давай. А есть у кого? Курите, не курите, нет? Первые, вторые. Ребята, есть у кого-нибудь вейп? Принесите, пожалуйста, на первый этаж. То есть это такой стандарт кухни. Тут у нас открытая часть, если ты вдруг такой решил с друзьями стейки готовить. Если ты вдруг решил прямо готовить, у нас тут есть закрытая кухня. На ней уже можно поставить всякие блендеры, пароварки, рисоварки. Тут что-то можно грязь разводить, что-то делать. О. Но это же не подойдет. Не подойдет. Это нормально? Кто будет курить? Я не курю вообще. Ну, давай даже не курю. Да, здесь да. Прям? Да. А ты вот, типа, вот сюда куда-нибудь. А вот это. А, это вот, да, вот так давай. Вот так. Вообще, никому не советую курить. Курение вредит вашему здоровью. Ну вот, мы имитируем обычную какую-то кастрюлю, из которой что-то вот на этом уровне выходит. Но вы не курите. Курить вообще очень вредно. Я не курю. И вам не советую. Вот кнопка, кстати. Кнопка, да. Прикол в том, что это не настоящая кнопка. В России уже они не доставляют сейчас кнопки. Она приехала в Баку. И она сейчас лежит, ждет меня в Баку уже полгода. А эту я сделал, чтобы повесить можно было уже. Поэтому это копия. Если видел вдруг видос... кто-то решил спиздить кнопку, это копия. Ты видел видос, сколько существует серебряных кнопок, сколько существует золотых, сколько существует по 10 миллионов? 300 тысяч серебряных кнопок, 90 тысяч, по-моему, золотых, штуки там 3-4, как бы, у кого выше 100 миллионов. Ну да, их не так много, там один мистер Бист, да? Сириус какой-то. Там есть. Сириус, PewDiePie. Даже кто-то русский еще есть. А, это эти есть Get Movies. Да. Это детский канал, да, с, да, да, с Машей и Медведи. Да, да, да. Лестница тоже спроектирована. А, да. Лестница прикольная. Обычно такие лестницы делают металлические. Они неприятные, не тактильные. Это лестница из МДФ, но у нее внутри каркас металлический. То есть это обычный МДФ со шпоном. Кажется, что это просто деревяшка стоит. А кто ремонт здесь сделал? Твои любимые... Баукастом? Баукастом? Не, не. Лучшая компания на свете? Баукастом слишком долгие. Но слишком много упаковывают. Тут не нужно вот это вот качество. А то мы бы тут с ними поругались очень сильно. Ну, мы на коммерческие объекты не зовем Баукастом, потому что это другая абсолютно специализация. На коммерческих объектах надо быстро. Давай парочку советов тем людям, которые начинают вести YouTube. Давай так, я не раздаю советов вообще никому, никаких. Это же, знаешь, это типа, вот тебе топ-5 или там топ-1 совет. Такого же не бывает. Ну, даже это ты сделаешь, а все остальное пропустишь. Нет никаких универсальных советов. Не бывает. Ничего универсального. Все очень индивидуально. И многие смотрят на там мои бизнесы. И я обычно рассказываю о них очень легко, типа так, все легко у меня, у меня нет проблем. И многие реально думают, что типа в бизнесе нет проблем. Ну, я тебе не верю, что легко. Мне легко. А, ну тебе, может, и легко? Мне легко, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится. Потому что я проработанный, короче, этот самый, как я не знаю, просвещенный. Ну, это и есть же проработанность, да? Вот люди ходят... Знаешь, всю жизнь бегают, какой-то хуйней занимаются, у него все плохо, у него жена его бесит, она его там пилит. На работу пришел, его бесит туда приходить, ему не нравится эта работа. Его бесит сидеть там, что-то какую-то хуйню делать, и начальник мудак у него. Его бесит ехать с работы домой и на работу домой, и все его бесит. И у него даже матрас хуевый, он на диване спит. У него все плохо, у него каждая секунда его жизни хуйня собачья. И он не может остановиться, подумать, что можно поменять. Он не хочет менять, не хочет выходить из этой зоны комфорта, не хочет внутрь себя заглянуть. И вот начинают люди на ретриты уходить какие-то, уезжать на Бали. Меня все заебало, или там я пойду в церковь, или еще куда угодно, лишь бы там мне помогли. А у тебя все, ну, внутри тебя, ты просто остановись и подумай, что тебе не нравится в твоей жизни. Что вот тебе не нравится делать в твоей жизни? Очень просто.
что тебе приносит, я даже делаю так периодически, что тебе приносит счастье и что несчастье. Просто записываешь, вот пообщался с другом, принесло счастье, прям кайфанул, да, там. Ехал на работу на автобусе, не кайфанул. И вот так записываешь просто, смотришь, все, что несчастье приносит, выкидываешь нахуй. Нахуй тебе вообще это в жизни? Ну а как же там работа, деньги, там обязательства, которые ты должен выполнять? Все очень просто, опять, все очень просто. Пока у тебя нет денег, ты какой-нибудь молодой парень, 20 лет, ты там, не знаю, универ закончил или в универе сейчас учишься, тебе, ну, просто надо выжить, да? Ты только, не знаю, переехал в другой город или еще что-то. Как и у меня точно так же было. Пошел искать работу, просто чтобы работать, чтобы у меня появились деньги заплатить за квартиру и поесть, закрыть базовую потребность. Как только такую работу нашел, и все закрыто базовой поверхностью, начинай искать работу, которая тебе будет нравиться. Через 2 месяца, вот то есть у меня была такая история, я переехал в Екатеринбург из Полевского. Мне мама дала 4000 рублей с собой. Больше в жизни я у мамы нисколько денег не брал. 3500 я заплатил за квартиру. Мы там с другом снимали напополам за 7000. 3500 я заплатил за квартиру. 500 рублей у меня осталось на еду. 500 рублей это небольшие деньги в 2005 году. Я нашел работу за 2 недели. Через 2 недели я уже был сисадмином, там, айтишником. Сисадмином я работал, вот, я проработал декабрь и январь сисадмином. И в это время я искал работу, которая бы мне нравилась, которой бы я кайфовал. Я ходил на собеседования. Там было прикольно, на самом деле, я ничего еще не знал, я молодой был, но на каждом собеседовании меня спрашивали одно и то же. И я уже, типа, это, поднатаскался, и я уже знал, что отвечать. Я тупо ответил, и чувак, который меня нанял на работу, он говорит, бля, ты единственный, кто ответил. А что был за вопрос? Чем отличается TCP от UDP? Я был айтишником, да. Это было... В 2005 году, сколько мне лет было? 19, наверное. Тебе сколько? 37 сейчас. 37. Вот я просто, ну, я искал работу, 2 месяца искал работу, я был вот сисадминчиком, мне платили 7000 рублей, и я как-то там еле-еле выживал 2 месяца, потом пошел на работу, и мне дали 15000 рублей. И когда мне вот говорят, что типа я там... На нелюбимой работе. Да, блядь, иди ищи любимую работу. Ну, все просто. Иди ищи любимую работу, которая тебе будет нравиться. Да. Всем привет. Привет. Много кто сидит. Вот у нас тут продакшн. Там что-то монтируется сейчас. Вот Вова сидит. Главный человек по продакшену. Тут вот остров у нас менеджеров по продажам. Они тут общаются с клиентами. В основном текстово. Здесь мой кабинет. Мой кабинет вообще всегда, ну, последнее время я его вообще не оформляю, ничего не делаю в кабинете, потому что я переезжаю каждые 2 года, и сначала я такой думаю, надо сделать тут что-то прикольное, потом, опять переезжать, ну, и так ничего не делаю. И ты здесь сколько времени проводишь? Ну, вот, я работаю тут, это мой компьютер, вот. У нас тут столы, кстати, нет, российская компания офисные столы делает, у них вот здесь зарядки есть. Вот здесь чаи-зарядка, здесь можно телефон положить, он будет заряжаться. Тут у нас, кстати, у нас ванна у сотрудников лучше, чем мой кабинет выглядит. Ну все сотрудникам отдаем максимально. У нас даже есть душевая здесь. Хочешь покажу? Давай. Пойдем. А это вот душевая. Вообще я как думал? Я думал, что люди будут бегать на работу. Я так раньше делал. И, ну, что, побегал, помылся, или на велосипеде приехал, например, помыться надо. Но никто не бегает, на велике не ездит к нам, но его используют, когда отключают горячую воду дома, и сотрудники с удовольствием моются, кайф. Здесь у нас кухня. Кухню обычно вообще делают из говна и палок, потому что ее вообще не видно, и там, типа, в любой компании ты приди, кухня будет из говна сделана. У нас здесь, ты можешь посмотреть, это крашеный МДФ, ручки профили, да, смесители Майкири. Ну, все у нас есть, вот чистая вода, ну, все четко. Вот это, кстати, супер крутую штуку мы сделали. Я много лет
искал, как делать нормальные мусорные ведра. Вот это идеальная вещь под мусорные ведра. Два ведра вот так вот стоящих, огромные, большие. Это прям боль моя личная была по мусорным ведрам. Здесь вот можно даже сидеть. Когда дождик, знаешь, идет такой, можно туда в окошко. Скажи, у тебя команда работает по принципу семьи или по принципу футбольной команды? Есть люди, которые с тобой вот прям долго? Есть. Вот Вовка дольше всех. Косячил? Что значит косячил? Ну, человек косячит, потом говорит, я признаю. Есть, люди есть, которые не косячат? Нет таких. Ну, я считаю, какая история есть? Есть должность, и человек там эффективен или неэффективен. Он помогает команде или не помогает. Я же тоже, вот у меня есть должности, да, какие-то. Если я на этой должности не помогаю команде и компании, мне надо оттуда увольняться и найти человека, который помогать будет. То есть я очень плохой менеджер. Я там людьми управлять тяжело мне. Я это не делаю. Если бы я этим занимался, мы бы никогда не росли. Так на каждой должности. Человек там эффективен или неэффективен. Если он эффективен, ну где-то что-то прокосячил, ну исправил, все хорошо. Не исправил, проблемки. Самое главное, что мы не прощаем, это вранье. Если человек врет, например, вот там сотрудник у нас был, он там, он своему начальнику сказал, что у нас, например, там, у меня отпросился, а у меня он не отпрашивался. Это же вранье? Да. За такое вранье увольнение сразу же вообще. То есть у нас все просто. Врать нельзя, команде, самое главное, команде нельзя врать. Ну, то есть все-таки футбольная команда. То есть невозможно компанию строить по принципу семьи, как они говорят, там, вот, мы семья, там, все. А если он реально косячит, если он юродивый в семье, да, такой вот, ну, вот его поэтому... держать надо или что? Ну, получается. Получается. Ну, нихуя. Нет. Понятно, да, в семье ты его не выгонишь никуда. Но зачем он будет отравлять всю компанию, всю семью, да, так, чтобы что, просто держать человека? Согласен, полностью с этим согласен. Один человек, который будет негативить, может заразить всех. Заразить всех, тот, кто, например, опаздывает, может всех заразить. Негативит, курит. Он Вовка не курил, ходил с ними, начал курить. Я, блядь, Вовку тут... Я провел мероприятие, взял с собой оператора, мы это подсняли все, смонтировали, на гид-курсе продали. Что-то миллионов за 12, наверное. Вот этот мастер-класс продали. Там получился мастер-класс на 40 минут. Тот, который ты, получается, людям сам, дал сам бесплатно, ты... да? Ты, да. Его, ты его классно к нему подготовился, вы его нормально сняли. Да, да, да. И да. Сразу выложили. Мы сняли, выложили, да. А делал маркетинг через YouTube? Не, через Instagram просто. Ну, продал. Через Instagram, да. Через YouTube это долго, там и пока дальше снимешь, что было? Пока... Ну, вот все окей, ты понял, ага, прикольная ниша, работает, так, гипотеза нет, сработала. Нет, мне неинтересны деньги, ты сейчас, наверное, про деньги. Я такой, имею в виду типа, вообще, там... то есть, ну подожди, стоп, ну академия, она да. Сейчас существует, и ты даже говоришь, что и мы делаем продукт, там, ну... Смотри, для чего мне академия? Во-первых, у меня есть естественная потребность делиться. Как любой клетке или живому организму, мы должны делиться, либо... там, детей рожать, им рассказывать, либо кого-то обучать. Ну, короче, мы должны делиться. У нас это внутри в генах записано. Мы, блядь, должны размножаться и делиться. Я так делюсь и размножаюсь. Я передаю то, что я собирал за эти года. Плюс этот мастер-класс же я показываю своим сотрудникам, и они обучаются. Плюс какая-то денежка даже приходит. И плюс сейчас еще есть у сотрудников такая же возможность делиться естественным образом, то есть они тоже кто-то хочет делиться и зарабатывать на этом очень приличные деньги. То есть это такая типа внутренняя штука, это не за деньги, не ради денег. Вообще, если бы ради денег, вот все было бы только ради денег, я бы занимался только обучением. Денег больше всего в обучении, всем сейчас рассказываю, кто если, но... Надо пройти путь. То есть, если ты не прошел путь, тебе нечего сказать, ты фацаган, ты типа... Да, даже просто структурировать прыгаешь. Свои мысли, это настолько так, работа сложная. Сложная, большая, да. Надо пройти еще несколько курсов других, чтобы понять вообще, как они делаются. Да. И понять, почему они хуевые, что у них плохо, что тебе не нравится. Через сколько у Миши будут новые идеи?
Какие, ну, у тебя какая у тебя стратегия? Бизнес новый? Ближайшая? Ну да. Я бы каждый год открывал, но мне уже не хватает. Что это еще раз, прости? Я бы каждый год открывал новый бизнес. Да, я говорю, я стартапер, у меня как это получается само, ну, легко. Я человек, который все время ищет недостатки. Даже вот это очень помогает, когда я на авторский надзор прихожу. Я прихожу и вот просто смотрю недостатки. Я просто вот, я не знаю, по улице хожу или работаю, я вижу недостатки и понимаю, что вот этого вот очень не хватает, а хотелось бы. Так YouTube появился, кстати. Я когда обучался, я же был айтишником вообще и перешел в дизайн интерьеров. Я самоучка, и мне надо было где-то учиться. А не было никаких блогов, я не понимал, как учиться. И это была такая незакрытая ниша. Я сделал этот блог как дневник дизайнера, чтобы люди учились, чтобы школьники могли учиться, в универе люди могли учиться и вообще понимали, что это такое дизайнер. Вот ты придумал диван. Ну, ты его сам придумал? Да. Ты его сам придумал, потому что не хватало. То есть ты хотел... Да, потому что не хватало, да. Смотри, какая штука. Очень просто, на самом деле. Вот в стиле, в котором мы работаем, вот в минимале, да, всего 15 диванов есть. Больше нету. 15 пиздатых диванов, которые я бы хотел поставить в интерьеры. Мы сделали за всю там нашу историю студии около 300 интерьеров. Все 15 диванов я уже поставил. Да, 300 интерьеров. И каждый диван был уже раз 20. Там 10-20, блядь, уже был. И мне просто надо было еще диваны. Ну, как они, ну, есть классные там всякие диваны, но мне еще надо, потому что так невозможно развиваться, делая одно и то же. Поэтому вот появился вот этот диван, потому что меня много чего не устраивало. В диванах у меня была боль и проблема, и я ее вот так решил. Ребят, а вы это, ну, не против посниматься? Нет. Нет? Ну, а то конечно. Просто бывает, что реально... Да-да-да, мы абсолютно френдли, ребята. Кто-то не хочет сниматься и так далее. У нас, например, Олеся в Hot Wheels, вообще я его так кофтами закрываю, чтобы ее не видно было. Пацаны, как вы сценарий придумываете? На ходу. Ну, то есть какой-то алгоритм? Вначале придумали картинку, идею или как? Картинку мы придумываем все-таки в конце. В конце всегда, да? Не с картинки начинаете. А идеи откуда? Вот все Мишаня, да? Он говорил иначе, он говорил, у меня команда, продакшн, мы там фигачим. Не, ну если сзади посмотреть, у нас есть просто какой-то пул идей, на какие темы мы думаем что-то снять. И кто за что вас отвечает? Не, ну ребята, вот оператор-монтажер. Это Вова главный над ними. Снимаем обычно вот на, типа, это базовая камера FX3 с 12 миллиметрами. А вот это ты, наверное, не видел никогда. И Камик, ты видел когда-нибудь? Я, кстати, увидел их на прошлой съемке, я еще подумал, что это такое? Это самый маленький микрофон в мире, беспроводной. Он 8 грамм весит. Ну, у них еще есть новая версия, там пластиковые заглушки есть, беленькие, и вообще не видно ничего. Смотри, что, ну, как разница огромная. Плюс, вот эта херня работает у тебя от батареек. Да, но... От 6 батареек, или сколько-то там батареек, которые надо постоянно менять, и работает всего 6 часов. Это работает 20 часов. Положили на площадку, она в это время заряжается. Как только сняли с площадки, она сразу начинает работать. Почему ты начал снимать? Я снимал, во-первых, мне нравится снимать. Я был оператором у своего друга на свадьбе. Мне нравится снимать. И мне хотелось сделать какой-то легкий шаг для клиента, чтобы они уже знакомы были со мной. Я много всяких форматов пытался сделать. Я даже делал на сайт, вывешивал веб-камеру, чтобы люди на сайте видели, что вообще мы типа такие в офисе сидим, что-то делаем. Как вы продаете вот так? Как? Ну вот дорого, супер, вот в таком сегменте работаете. Ну, во-первых, мы топ, и не просто так. У меня есть... обучение, как повысить средний чек в дизайне интерьера, в чем угодно. Но это на полчаса надо рассказывать. Да. Но это отдельно, да, отдельно. Да, отдельная история. Это конкурентный рынок. Очень конкурентный рынок. Очень конкурентный, 100%. Стройка, дизайн, тогда это очень конкурентный рынок. И ты не можешь просто нарисовать цену и хуйню какую-то лепить. Так невозможно. Невозможно просто так продавать за большие деньги. Например, в моде можно продавать
за большие деньги хуйню собачью. Типа можно написать на обычной майке Balenciaga, да. И она стоит $2000. Типа так можно сделать. Это мода. В ремонтах мебели и так далее мода не работает. Нет никакой моды в ремонтах мебели, потому что, во-первых, это огромные бабки на все ремонты, ну, на весь ремонт, да? И тебе там еще жить надо. Ты футболку купил, можешь выкинуть завтра. В целом насрать. Но там очень сильно важно качество и вот это все, что тебе вообще доведут до конца и сделают, что у тебя там вода к соседу не пойдет. Вы клиента хорошо держите? Вы ему говорите, мы делаем вот это, вот здесь у нас вот так, вот здесь так. Ну, это просто базовые штуки вообще. Мы еще больше делаем всего. Мы делаем максимальный сервис, который возможен вообще. Вот все, что можно на пике технологий сейчасшних, что можно сделать, мы делаем. У меня, говорю, у меня ну, вот в бок у нас операционный директор из Apple. Он на пике технологий был в Apple. И мы делаем все, что можем. То есть максимально. Чувак, это как диваны, был они в Apple, сделаны. Вот здесь Россия, да? Да, да, да. И он сейчас работает у тебя. По-моему, ну, в Apple Беларусь, я не помню. То ли в Беларуси, да? То ли в России, не помню. Точно не помню. Вот как диван сделан из лучших комплектующих, так да. И дизайн мы делаем из всего лучшего, что можно найти. Из лучших сотрудников, из лучшего. Всего абсолютно. И в чем секрет, чтобы залетел Reels? А мне самому интересно. Это, ну, там, 80% то, что залетит. Я некоторые даже, вот, ну, типа, точно думаю, там, это должно набрать 1 000 000 просмотров. Я смотрю, набрал только 500 тысяч. Я говорю, нет, это должно 1 000 000 набрать. И я там изменяю картинку, изменяю монтаж, изменяю название, бустану где-нибудь, ну, там, куда-то положу, выложу там что-то. Ну, это типа, я точно знаю, это должно 1 000 000 набрать, и оно наберет. Пойдем туда куда-нибудь. Угу, вот это происходит магия продажи. Да, ты вот типа спрашивал, я тут прихожу, типа никого не вижу. Ну вот, видишь, сейчас есть. Да, магия продажи происходит, да. Я понял. Я вижу просадки по CTR, мы меняем картинку, у нас может быть там много картинок, названий. Охренеть. Если я залил какой-то видос, да. Я про него забываю. Не-не-не, это, ну, он должен набрать. Если он не набирает, мы где-то ошиблись. Ну, понятно, что монтаж мы можем только обрезать. Я поменял картинку раз, наверное, 8. Оно прямо очень плохо набирало. Вот это мы все меняли картинки. Одна какая-то там пошла, потом еще одна пошла. Видишь, вот он, это все время мы меняем картинки, что-то делаем, вот он там, вот он начинает падать, я меняю картинку. И ты за этим сам следишь? Да. У меня есть такая штука, у меня нет планов на работу. То есть вот я пришел на работу, я не знаю, что мне делать. Я сижу, ищу, что мне делать. И у меня вот этот режим включается. Мы выкладываем тогда, когда я понимаю, что мы прошли все непоправимые ошибки, до выкладки. Uh-huh. Все остальное мы можем поправить. Мы выкладываем. Потом я смотрю дальше за реакцией людей, что происходит. Как вообще реагирует публика новая, старая, это разное. Ну, реагируют комментарии там и все такое или что? Больше цифры смотрю. Комментарии больше какой-то общий фон дают. Хотел я там, например, показать какой-то душевный вайб, получился он или нет. Если там комментарий душевный, значит получился. Но это такое второстепенное. А ты много вот времени тратишь на обучение тому, чтобы делать контент, да, делать ролики? То есть ты много ли смотришь каких-то каналов, ну или вообще как-то это... Где я уже как будто все посмотрел, что можно было посмотреть. Мне уже смотреть нечего. Ну ладно, хорошо, раньше. Да, все смотрю вообще. Не, все смотрю. Все смотрю, очень много смотрю. Можно посмотреть, сколько я трачу? Телеграм больше, чем Ютуб. Ну, Телеграм – это работа обычно. Ну, да. Ну, вот Ютуб в среднем, да, 2 часа. В среднем 2 часа в день. Мало просто смотреть. Надо... Прикол в том, чтобы когда ты, вот, например, нажал на видео и смотришь его, и тебе интересно, тебе надо в этот момент подумать, так-так-так, а мне же интересно. Почему интересно? Я начинаю отматывать назад, смотрю, какие были картинки рядом
с этой превьюшкой, на которую я тыкнул. И какая тут картинка? Я это скриню, где-то сохраняю. Проваливаюсь туда, смотрю, почему я заинтересовался и дальше смотрел, какие приемы там были в начале там и дальше, и по ходу видео, что меня заинтересовало. Ты, кстати, все отсматриваешь, то, что вы сняли? Конечно. Вот все до секунды? Конечно. Я несколько раз смотрю, ну, много раз. Вот моя дача. Она идет 32 минуты. Да. Я его смотрел где-то 5, наверное, раз. Да. Это первые секунды. Да. Тут ты видишь, типа, движуху, динамику, красивую машину, и мы сразу внутрь попадаем. Что-то, ну, то есть, если ты даже просто прохожий, представь себя, ты прохожий, идешь по улице, и в какой-то витрине телевизор включился и начал вот это показывать. Задача этих 5 секунд – остановить тебя, и чтоб ты посмотрел. Бывает, что там нет идеи, как начать. Можно сделать трейлер. Если есть в трейлере что-то противоречивое друг другу, можно как-то смонтировать странно. Как в интервью обычно делать, вот, например, тот же там, Дудь. Ну да. В интервью делает он там странные противоречивые высказывания, вставляет. Получается, он дрочил 20 раз в день, ну и такое. Ну вот мы так сделаем вначале. Ребят, пишите, в общем, свои гневные или не гневные комментарии. Такое это было интервью. Лично мне это было супер полезно. Пока. Спасибо вам.